Тут я выяснил, что правительства разных стран выделяют в общей сложности почти 2 триллиона долларов в год в качестве государственных субсидий бизнесам, которые вредны для экологии, для климата планеты, загрязняют природу. То есть это приближает вымирание человечества. С другой стороны, эти же страны подписываются под всеми манифестами, программами по очистке окружающей среды и тоже выделяют на это такие же сумасшедшие деньги. То есть я тут, у меня воспаление мозга. Я не понимаю, что ну это... Ну и что-то, что такого? Ну а что? Ну, объясните мне, пожалуйста, как... Человек курит и берет таблетки. Пьет. И тоже лечится от этого. Да. То есть человек состоит из этих двух противоположностей. Все нормально. Ну, нельзя дойти до состояния, что я даю деньги исключительно на я не знаю, на процветание. Как это? Не сможешь ты давать деньги на процветание, да? Если ты не будешь кормить с другой стороны все, что наносит вред. Вот тогда вот такой вопрос. Как, из этого надо выходить или не надо? Вот из такой... Нет, это только для того, чтобы мы поняли, что мы находимся в капкане, и оттуда не выбраться. Вот. Тогда вопрос, как выбраться из него? Вот когда застрял я в этом капкане, и у меня две ноги и две руки находятся в капкане, да, я ничего не могу сделать. Да. Вот тогда тихонечко согласись с этим капканом. Так. Оставайся в нем и ищи не физическое избавление, а внутреннее. И все получится.